2019. Здравствуйте, дорогие друзья, рады приветствовать на матче бронзовой группы А. Встречаются сегодня Альта и Эва. Команда Альта сегодня в составе: Оганесян, Мироненко, Суетин, Коваль, Вовчинский, Семенюк, Литовка, Гменюк и Бодня. В составе команды Эва: Домонтович, Николай на воротах, Горшков, Павел, как я понимаю, на замену на воротах, Новак, Александр, Шевченко, Бароненко, Крутов, Еременко, Брикун, Перюшенко, Коломиец, Знахаренко, Коваленко, Поречкин, Фроловский, Амельченко и Видмич. Просто отличная у нас заявка на игру от Эва. Максимально допустимое количество игроков на игру. Мяч вперед. Бриспорт, мяч вперед. Мяч вперед. Вовчинский на Бодню. Оганесян. Шевченко на Бароненко. Пелюшенко на Крутова. Крутов на Шевченко. И попытка пробить с левой ноги от Пелюшенко. Эрик забил очень симпатичный гол в предыдущем туре. Я думаю, что те, кто смотрят наши топы голов, видели, собственно, гол от Эрика. Шевченко. Крутов. Бароненко Максим. На Пелюшенко. Александр хорошо, успешно контролирует мяч, отыграл на Шевченко. Первый, последний. Крутов. Пелюшенко на Бароненко. Дальше попробовал Максим пробраться, но Бодня почищает в этой ситуации. Правда, небольшим повреждением отделывается в стыке. Сегодня Иван Суэтин на воротах. Досадно для Альты, но они не в первый раз уже в этом сезоне закрывают эту проблемную позицию. Бодня на Оганесяна. Коваль. Эрик Оганесян попробовал пробросить, не получилось, но Коваль. Перехват от Бароненко Максима. И вот он эпизод, где можно забивать. И Пелюшенко забивает. Оганесян. Эрик в разрез на Бодню. Вовчинский. На Литовку. Снова Вовчинский. Бодня. Есть забитые от Бодни. Сравняли тут же счет с передачи Вовчинского. Мяч вперед. Шевченко на Пелюшенко. Вовчинский на Оганесяна. Хороший шанс для Бодни. Как минимум еще. Круто. Открытый у нас футбол. И будет явно немало мячей с таким футболом-то. Бароненко забивает. Точнее, отдает передачу на Пелюшенко. А Александр уже там. Им ничего не оставалось, как заносить этот мяч в ворот. Оганесян. Бароненко. Промахивается Максим по мячу. Сели, сели, сели. Рома, право, да. Димон, пошел сразу же.
50. А, Нововчинского забрасывал. Крутов вот тут надежно обрабатывает мяч и тут же пытается убежать в контратак. Играть! Денисян. Не стал сразу Эрик бить, и, наверное, лучший шанс потерял, на мой взгляд. Горшков именно первый сегодня на воротах как раз, а вот Дамонтович на замене. Я не посмотрел в начале. Суетин. Литовка на Оганесяна. Не дай бог попадет. Есть забитый мяч. Шевченко протолкнул. Я так и не понял, на самом деле, у нас каким образом удалось реализовать этот третий гол. Оганесян. Эрик финтит, отыграл на Семенюка. Семенюк направо на Литовку. Семенюк на Оганесяна, Эрик. Давай. Лево. Литовка на Оганесяна. Попробовали быстрый выход из обороны. Эва не удалось как-то склеить передачу за передачей. Оганесян Романюка выигрывает борьбу, на самом деле, у Горшкова. Коваленко на Пелюшенко, Пелюшенко на Брикуна. Романюк. Семенюк на Оганесяна. Александр Пелюшенко. Коваленко и Романюк. Высокий прессинг, едва ли который не принес своих результатов. Горшков. Коваленко. Шевченко играет в разрез. Но тут Оганесян непривычно низко в обороне стоит. И, собственно, закрывает такую проблемную позицию, как мы видим. Оганесян. Навес. Новак. Знахаренко. Знахаренко обыгрывается с Брикуном. Красивая комбинация, и она приносит свой результат. Новак с передачи Знахаренко забивает еще один мяч. Оганесян. Рик попробовал дальше как-то пробраться, не получилось. Брикун. Семенюк. На Романюка. Можно бить. Ну как же удар-то нескладно получается здесь. Не склеил эту комбинацию, если можно так сказать. Броненко. Отличное открывание от Брикуна, но здесь каркас ворот, а не вратарь, поэтому углового не может быть. Суетин на Оганесяна. Семенюк.
уже встречаем, парни, уже близко. Туда. Горшков. Ну, Бароненко, Новак. С поля левая нога. Спасибо. Максим отыгрывает назад на Новака. Какая опасная ошибка на самом деле для Альты. Вот на ровном месте себе привозят в таких моментах ненужные пропущенные мячи. И Новак забивает, друзья, с передачи Брикуна Владимира. Если 14 вдвойне. Вперед, 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 Вадим. На данный момент уже 5-1 за эти 9 минут и провально, просто провально стартанули. Сегодня дальний удар. Горшков вынужден парировать. Фиксировать мяч, как мы видим, было непросто здесь. Венесян. Горшков. Коваль на Аганесяна. Белая. Все, назад, назад. Бароненко. Чисто. Аганесян Эрик. Казалось бы, запутался, но вот дублирующая атака от Эрика. И снова он с мячом. И Горшков контролирует ситуацию, просто над собой переводит в этом моменте. Мироненко, Никита попробовал обработать, не получилось. Разыграли аут. Аганесян. Вперед, вперед. Горшков на Бароненко. Романюк на Никиту Мироненко. Ну, двоих на себе собрал, а дальше-то пробраться не смог. И тут же повод для контратаки у Тева. Аганесян. Заброс от Эрика. Не успевает. Видмич. Олег. Ну и тут же, конечно же, и не пользуется своим каким-то шансом Саута, честно говоря, Альта. Коваль на Аганесяна, Эрик. Пробует контролировать мяч. Ну и вот такой высокий достаточно прессинг от Филишенко. Есть выход из этого прессинга. Бодня на Коваля. И Никита Мироненко не забивает на дальней штанге. Хотя вот Коваль здесь все правильно делал. Никита как раз хотел доверенного разыграть. Больше предпочитает отдать пас, нежели как-то пробить издалека. 13 номер Альты. Романюк на Коваля. Води, води, води. Аганесян. Старался Бодни как-то этот верховой мяч переправить в сторону ворот. Не получилось завершить ударом. Еременко. И забивает Евгений Еременко. Еременко забивает гол с передачей Видмича. Ну и поздравления были в сторону Жени.
Знахаренко на Пелешенко. Лев на свою. Снова Знахаренко на Видмича. Давай, еще, Женя. Еще. Долго, Женя. Оганесян. Коваль. Павчинский попробовал на Коваля отыграть, и не получилось, не прошла эта передача. Как я понимаю, для Еременко желтая карточка. Женя, Коваль на Вовчинского. Сильный удар. Не готов был Горшков. Ну, разбудили его таким ударом, если можно так сказать. Оганесян. Эрик. Вовчинский. Горшков вброс в никуда, здесь не побежал Александр Пелешенко. Коваль на Вовчинского. Водня. На Оганесяна Эрик как-то старался убежать, пробить. Ну, заблокировали этот проход. Коридор, я бы даже так сказал. Снова Оганесян ставит корпус Эрик. Красивый дриблинг, но поля не хватает здесь, чтобы успеть достать этот мяч. Горшков. Коваль точно на Оганесяна Эрик. Снова Коваль, Вовчинского. На сей раз уже Знахаренко пробовал отобрать, и у него это получилось. Лишь только аут для Альты, ударом завершить эту атаку не смогли. Горшков. Рано в поле вышел. А что за номер? Семенюк на Никиту Мироненко. Знахаренко подчищает. Литовка. Снова на Семенюка, не дают ему там развернуться свободно. Пелешенко. Знахаренко. Крутов. Опять же Крутов, ну тут не стал вперед уже играть. Чем полезен на самом деле этот игрок команде Эвы, так тем, что все-таки с холодной головой играет. И очень нужны такие игроки в любой команде, всегда их не хватает. Крутов на Пелешенко, Александр. Пелешенко на Знахаренко. 13-й номер не стал бить, а уже прострел с левой ноги. Удалось Никите Мироненко заблокировать. И немного времени остается. 2,5 минуты до конца первого тайма. 6-1. У нас такое уже небольшое затишье все-таки в этом матче. Семенюк. Знахаренко на Крутова. Пелешенко Александр. Снова Знахаренко.
Литовка. Круто. Валенко ищет решение. Ну и пробивает сам. Почему нет? Почему нет, если все-таки коридор для удара был, он пробил выше ворот, конечно. Но ничего. Никита Мироненко на Семенюка. Вот часто отбирает мяч достаточно у Семенюка. Бароненко. Хороший проход. И все-таки сам наработал на этот забитый мяч. Максим Бароненко, который забивает на 19-й минуте. Никита Мироненко на Бодню. Снова Мироненко. Бароненко на Брикуна. Сильный удар Владимира. Он не стал бить, он стал играть через передачу. Это позволило как-то успешно завершить эпизод. Никита Мироненко два раза в каркас, а забить не смог. За 10 секунд до конца первого тайма. Выходит время первого тайма. 7-1. Пока что выигрывает Эва. И у нас небольшой перерыв. Шанс у Коваля. Почему-то не стал бить сразу. Пельшенко перехватывает. Ну, рывок не так продуктивно сказался. Бодня. Наганесяна. Снова Бодня. На Коваля. Вовчинский. Не дают ему сегодня, кстати говоря, так вот как-то привычно под левый уходить и бить. Часто оказываются справа, и, как известно, то левше все-таки не так там комфортно находиться. Да и не так левша любой полезен, как раз с правого фланга. Бароненко, Максим. Хороший уход на Видмича. Ну, пас был серьезно так вперед. И побороться стоило, конечно, как-то, я бы сказал, чересчур уж с усилиями. Пелюшенко. Тима, середина. Тима, середина. Наш, наш,
Смотри, над собой, кто, смотри. Саш, чуть правее. Даня, Даня. Саш! Бороденко. Коваль, Новолчинского. Есть Оганесян, Эрик справа открыт. Решили через лево разыгрывать. Ну, в линию бегут часто вот Альта. В этом большие проблемы, потому что не так продуктивен каждый игрок открывающийся, если вы бежите в линию. Соответственно, меньше защитников нужен, дабы перекрывать вот эти атаки. Но все-таки Альта играет прежде всего в удовольствие, а уже дальше вопрос, наверное, в результате. Хорошо, вернулись, вернулись! У Одня пробежал, потерял, и теперь приходится отрабатывать. 2-1 Эва сейчас разыгрывает. Бороненко. Оганесян. Отлично, отбирает. Просто тут мяч Пелюшенко и Доверного сейчас будет разыгрывать Эва. Оганесян. Нововчинского. Снова Оганесян. Нормально, нормально! Встаем! Давай, давай! Встаем! Дай, парень! Давай на заменку, Макс, давай! Макс, давай, давай! Здорово, я тебе! Коваль отыграл на Оганесяна. Эрик. Угловой. Стали, 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 стали. Семенюк. Сейчас поближе все-таки к атаке, но вот на самом деле Альта, увлекаясь игрой в атаке, забывает про защиту. И тем самым Эва все время очень остро и опасно атакует. Вопрос только в том, сколько раз реализует свои моменты Доверного, что ли, Эва. И мотивации, и замен сегодня просто предостаточно. 10 человек. На секундочку, на линии запасных. Рекорд. Семенюк. Назад, назад. С передачи Ромнюка попробовал пробить. Горшков на Нахаренко. Семенюк на Оганесяна. Снова Семенюк. И дальний удар от Эрика Оганесяна. Чему нет? В видимости, Горшков сегодня будет стоять все два тайма. Павел вбрасывает на Шевченко, Знахаренко. Коваленко отыграл на Шевченко. Снова шанс для удара. Его не реализовывает Поречкин. Но, правда, он же и будет аут разыгрывать. Снова Вадим Поречкин. На этот раз уже угловой. Шевченко закрывает корпусом. Ищет решение, играет на Коваленко. Шевченко на Поречкина. Снова Шевченко, Знахаренко. Цементирует просто свой контроль сейчас белые. И все лучше и лучше у них складывается игра. В тот момент, когда Альте-то нужно отыгрываться.
Альте нужно искать выходы из этих таких вот непростых ситуаций. Коваленко. Знахаренко. Поречкин. Сутин почищает. Ну, вот как только чуть добавили в организации по защите команда Альта, тут же все-таки и моментов-то лишились в атаке. Изначально провалив старт, уже очень непросто играть. Очень непросто. Литовка. Романюк на Оганесяна. Ошибается на ровном месте. Там, честно говоря, Эрик. Ну, Оганесян. Литовка. Дальше пробирается Литовка. Можно уже и бить. Но вот на удар сил не хватило. Видим, что у Знахаренко небольшой стык и повреждение после пятого номера. Но Виталий оказался крепче в этом стыке. Вынуждены мы паузу дать в этой в игре. Крутов. Фалит Оганесян, Эрик. Броненко пробивает, пробивает мимо. Не разыграл он на самом деле здесь с Брикуном Владимира. Я думаю, что в более перспективном. Более перспективно располагался. Вороненко. На Крутова. Снова Вороненко. Отыграл левее. За ошибка. Коломийца. И есть шанс у Семенюка бить. И забивает Семенюк. Очень большой перерыв между первым и вторым мячом был, но здесь сам заработал и сам реализовал. Семенюк на Никиту Мироненко. Дважды продублировал одну и ту же ошибку Никита Мироненко. И есть выход в контратаку. Мироненко Никита. Вовчинский. На Оганесяна. Хороший пас от Эрика. И почему не бьет восьмой номер в касание там? Не реализовывают вот таких эпизодов, когда нужно бить. Суетин. На Оганесяна, Эрик. Пробивал капитан. Не точно. Горшков будет снова водить. 30 минут позади, и 9 мячей мы в этой встрече уже видели. Как минимум, этого немало. Видмич. На Крутова. Снова Видмич.
Вынужденная пауза, как я понимаю. Проехался на спине по полю Эрик, и, конечно же, это неприятно и досадно. Никита Мироненко на бодню. Хорошо, хорошо, разобрали. Снова Никита Мироненко на бодню. Вовчинский. Бодня. На Коваля. Снова Бодня. Ищет Вовчинский какое-то решение. Ну вот есть Коваль открыт, на самом деле. Нужно быстрее перекатывать мяч. Если хотят еще забить пару голов Горшков. Никит Мироненко. Крутов на Пелешенко. Броненко. Коваль снова играет на бодню. Ожидаемо было то, что будет обыгрывать Максима Бодня, но видим, что это не получилось. И тут же в атака очень-очень острая от Эва, которая чуть ли едва ли не стала забитым мячом. Бодня. Суетина, Ивана Вовчинского. Никит Мироненко. Дальний удар от Вовчинского. На выход. Не точно. Горшков на Шевченко. Пелюшенко Александр. Снова на Шевченко. И вот здесь на дальних классно открывался Нахаренко, но Суетин Иван лучше сыграл. И тут же контратака. Вовчинский. Вроде бы и пробросил. Хотел ускориться, но отработал Александр на ура здесь. Шевченко. Мироненко на Бароненко. Бодня на Вовчинского. Пелешенко на Шевченко. И есть выбивание, будем так говорить, из обороны. Бодня. Встали, встали, по позициям, быстро. Снова Бодня подбирает этот мяч. Можно было через передачу, через Вовчинского сыграть. Но вот решили подключить голкипера. А это второй пас назад, который нельзя отдавать. Прямой не идет, и, конечно же, нужно будет разыгрывать. Предпочли почти всех поставить стенку сейчас в этой ситуации. Альтовцы. Пелешенко. Александр пробирается дальше, отдает передачу на Шевченко, и есть контратака от Альты. Слабый пяс, мягко говоря. Коваль ждет поддержки от партнера. Бодня долго забегал, но, откровенно говоря, не сразу готов был подключиться. Упустили свой момент Альт. Бароненко.
Суетин на Семенюка. Семенюк на Никиту Мироненко. Но это снова вторая передача. Снова розыгрыш свободного удара. Очередная ошибка от Альты. Ну вот сейчас проверка на то, кто быстрее бежит. И Перешенко быстрее закрывает корпусом. Достаточно грязновато тут во двор. Пошли Альта, ну почему нет? Семенюк на Романюка. Все правильно там делал Романюк, честно говоря. Но просто завершить эпизод положительно не получилось. Мягко говоря, мы идем к концу этой встречи. 3 минуты до конца, 7-2 и... Будут еще моменты у Эва, и вот один из них, которым удается забить. Перешенко Александр забивает гол и передачу отдает Шевченко. Аганесян. Марик пробрасывает. Попробовал пробить. Достаточно хорошее решение. Вот уже после того, как ушел в центр. Но вот тут точности не хватило. Знахаренко. Суетин на Аганесяна. Эрик. Направо, дай. Семенюк на Аганесяна. Литовка. Семенюк. Романюк. Отыграл на литовку, тут не готов немножко был. Он, правда, хорошо потом вышел из-под прессинга Виталий. Отыграл снова на Романюка. А дальше уже продолжение или решение какого-то хорошего не было. Коваленко. Я думаю, что голов мы уже не увидим до конца этой встречи. Семенюк. Отыгрывал на Романюка и повалился там немножко. Фроловский. Брикон. Аганесян. Отыграл на Семенюка, а тут розыгрыш не получается. И передача слабовата была, и решение Семенюка выйти из этой ситуации тоже было не самым лучшим. Суетин. Семенюк. На Аганесяна, Эрик. И забивает гол Альта сейчас. Честно говоря, нужно... А нужно уточнить, кто забил, Романюк или Аганесян? Седьмой. Понял. И звучит финальный свисток. 8-3. Выигрывает команда Эва, с чем их и поздравляем в этом 5-м туре. Мяч можно? Спасибо.